Давайте помолимся. Отец Небесный, большое спасибо за то, что мы можем иметь здесь свободу, за то, что мы можем поклоняться Тебе. И большое спасибо за субботу, которая напоминает нам о совершенном искуплении и совершенном творении. Я благодарен за Иисуса Христа, и я молюсь, Господь, чтобы в это время и в эти выходные мы по-настоящему увидели истинную картину Иисуса Христа. Я молю, Господь, чтобы наши сердца были открыты, и чтобы по нашему выбору мы отдали их Тебе не на мгновение, но навсегда остаться с Тобой. Господь, я молюсь, чтобы Ты был с нашим выступающим. Спасибо за то, что Ты благополучно привел его с западного побережья. И я молюсь, чтобы он был ведом Твоим Святым Духом, как и все мы. Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Сегодня вечером мы начинаем серию изучения адвентистской истории. Это будет 6 презентаций. Мы начинаем сегодня вечером и завтра утром в 9:30, а затем в 11 часов. Те из вас, кто будет с нами, кто планирует присоединиться к нам завтра, пожалуйста, планируйте быть с нами целый день. Мы собираемся пообедать, а затем продолжать в 14:00, а затем в 15:30, во второй половине дня. Название, которое вы слышали или вы видели их до сегодняшнего вечера, они имеют название «Свобода совести». Для меня это большая привилегия, и я очень рад, что Рон Даффилд с нами. Рон Даффилд вырос на северо-западе, несколько лет работал респираторным терапевтом в Уолла-Уолла, прежде чем поступить в колледж Уаймер. Там он встретил свою жену Черри и провел почти 15 лет, работая в программе «Новый старт». А в 2004 году работал библиотекарем в колледже. Рон и Черри и их три дочери переехали в Дикси, штат Вашингтон в 2004 году, где Рон в настоящее время работает в местной больнице. У него есть две книги, и я хочу показать им эти две книги. И я хотел бы сказать им, что их должно прочитать каждый, чтобы по-настоящему понять адвентистскую историю. Первое «Возвращение позднего дождя» — это первый том. И, насколько я знаю, он работает над вторым томом, и скоро он выйдет. Это третье издание книги «Возвращение позднего дождя». Эта книга переведена на 13 языков. И я знаю, что некоторые из вас, которые говорят по-румынски, скажите, есть ли она на испанском? Да, есть. Есть также испанский и румынский языки, и многие другие языки. Другую книгу также необходимо прочитать. «Меня били в доме моих друзей. Когда вернется отвергнутый поздний дождь?» Это подзаголовок в форме вопроса. Также интересно, что Рон в пятом поколении адвентист седьмого дня. И обычно, когда дело доходит до второго, третьего, четвертого поколения, иногда, к сожалению, все становится номинальным. Но хочу вам сказать, что то время, которое я провожу с Роном в машине, я вижу, что он горит для Господа. Интересно также, что его прадед присутствовал на известной исторической адвентистской генеральной конференции 1888 года. Он хорошо разбирается в истории, и мы очень рады, что он с нами. И я уверен, что наши сердца открыты, что мы будем по-настоящему благословенны. Благодарим, что вы с нами. Для меня большая честь быть здесь сегодня вечером. И вы знаете, каждый раз, когда я готовлюсь к такому семинару и путешествую по стране, я поражаюсь тому, насколько огромен мир.
Я путешествовал всего несколько часов, но снова признаю, что есть миллионы, миллиарды людей на этой планете, все еще нуждающиеся в том, чтобы услышать евангельскую весть. Поэтому сегодня вечером я собираюсь поговорить о теме, в которой я не являюсь экспертом. Возможно, 25 лет я изучал адвентистскую историю, и я бы не сказал, что я эксперт в этом вопросе. Но только в последние несколько лет мой интерес к вопросу свободы совести, к религиозной свободе достиг пика. И чем больше я изучаю, тем больше понимаю, что не знаю или не знал, что именно включает американскую историю. Почему Бог вообще поднял эту страну? Итак, кое-что из того, чем я делюсь сегодня вечером и на выходных, основано на том, что я читал. Читал совсем недавно. И, в принципе, думаю, я мог бы подвести итог. И я упомяну об этом, вероятно. Еще раз, моя идея заключается в том, свобода совести, то есть религиозная свобода, связана с воскресными законами. И когда-нибудь в будущем появятся воскресные законы, и тогда, когда они появятся, я узнаю о них, поэтому тогда я и приготовлюсь. И я узнал, что это не совсем так, и что я нахожусь в таком положении, что это очень опасное положение. И поэтому я подумал, Господь в своей милости на самом деле дал нам историю, чтобы помочь нам избежать этой ошибки, взглянув даже на нашу собственную историю. Итак, по сути, на протяжении всех этих выходных мы будем говорить об этой книге, Библии, которая, по сути, является книгой по истории от начала и до конца. Бог использует историю, и мы поговорим об этом подробнее завтра. А также для церкви Бог использует историю для следующего поколения, чтобы подготовить их к тому, чтобы они не совершали тех же ошибок и одерживали победы, те же победы в следующих поколениях. И только передавая эту историю, понимая эту историю, мы избежим некоторых ошибок, через которые прошли наши предки. Итак, мы собираемся говорить о религиозной свободе, мы собираемся говорить об американской истории, и мы будем говорить о послании праведности по вере и религиозной свободе, как они переплелись воедино в прошлом. И я надеюсь, что эти выходные, во всяком случае, вызовут у вас много вопросов о том, где мы находимся сегодня, и то, что мы видим происходящим по всему миру вокруг нас, в этой стране и по всему миру, и как это происходило раньше, и можем ли мы извлечь уроки из прошлого, чтобы знать, как избежать ошибок прошлого и как смотреть в лицо будущему. Пастор немного упомянул, мы с женой провели около 15 лет в Ваймере, и мне жаль, что ее здесь нет, но я покажу несколько фотографий. Но не сегодня вечером. За эти 15 лет, которые я провел в Ваймаре, некоторое время я находился в библиотеке, именно когда мой интерес к адвентистской истории достиг пика. И я очень благодарен, потому что это действительно благословило меня, спасло мою душу. И, конечно, когда я впервые начал изучать, у меня не было никакого намерения поделиться этим с кем-то другим. Это просто было благословением для меня. Но сегодня вечером мы будем говорить о свободе совести, и я хочу рассмотреть 7 основополагающих идей по мере того, как мы в хронологическом порядке выстраиваем до начала адвентистского движения в отношении к свободе. И я знаю, что проповедую о многих из этих вещей, но я думаю, что было бы неплохо освежить наши умы по этим вопросам. Во-первых, свобода совести. Истинная свобода совести подводит нас к вопросу о свободе. Она подводит нас к вопросу о великой борьбе. И в самом сердце великой борьбы вы найдете этот вопрос, касающийся свободы. Я хочу, и я собираюсь пройти через это, царство сатаны. Он использует принуждение и гонение с целью заставить людей попирать закон Божий. И уже это само по себе, оно приводит нас в рабство, настоящее рабство. Тогда как царство Христово, оно построено на свободе совести, свободе выбора и о том, что Бог хочет написать Его закон в наших сердцах, чтобы мы вырвались из этого рабства, греха и по-настоящему ощутили истинную свободу. Подумайте об этом вопросе, об этой проблеме с еврейской нацией, дискуссии, которую Иисус вел с лидерами этой нации в
то время относительно того, что такое есть истинная свобода. Вот утверждение из книги «Великая борьба», которая как бы подводит нас к этому. Бог никогда не совершал насилие над волей или совестью человека, но сатана, наоборот, постоянно прибегает к насилию и жестокости, чтобы подчинить своей власти тех, кого он не может соблазнить иным путем. А затем обратите внимание, используя страх и насилие, он пытается овладеть совестью и добиться таким образом уважения и преклонения. Это именно то, чего он хочет — уважение и преклонение пред ним. Сатана действует через как религиозные, так и светские власти, побуждая их к соблюдению человеческих законов вопреки закону Божьему. И мы увидим это в другом из принципов, которые мы будем рассматривать. Сатана использует множество различных направлений и способов, чтобы продвигать его повестку дня. И вот еще одно утверждение. Мне нравится, как оно суммирует свободу совести. Обратите внимание. Свобода — это право выбора. Свобода, истинная свобода — это результат правильного выбора. Вы видите? Свобода совести. Бог дает нам свободу выбора. Но это не без результатов. Или другими словами, если мы решим следовать за сатаной и следовать за сатаной его путем, очевидно, что мы не испытаем истинную свободу. И вот о чем это говорит. Сатана, с другой стороны, вы могли бы резюмировать его работу. Поскольку цензура — это инструмент, используемый, когда ложь теряет свою силу, и вы могли бы добавить туда другое слово для обозначения слова «цензура». Например, отменить культура, преследование, принуждение, сила и так далее. Сатана использует их, когда его ложь начинает терять свою силу. Второй принцип, который я только что упомянул в цитате из книги «Великая борьба», заключается в том, что сатана использует более одного способа для реализации своих планов. И я хочу, чтобы мы подумали об этом. Мы могли бы, наверное, провести всю ночь, говоря о том, что здесь изображен на этой картине Христос перед Пилатом. В том помещении были саддукеи и фарисеи, а также гражданское правительство, которые собрались вместе, чтобы преследовать и в конечном итоге убить Христа. Сатана использовал как саддукеев, так и фарисеев. На самом деле, интересно, когда Иисус обращался к фарисеям и саддукеям отдельно в их группах, он обращался к грехам фарисеев, где они делали не так. Когда он беседовал с саддукеями, он также говорил о проблемах и с ними, но когда он предупреждал своих учеников, здесь, в Матфея и некоторых других стихах Евангелия, о закваске или проблеме саддукеев и фарисеев, он предупреждал своих учеников избегать закваски фарисейской и саддукейской. Он не делал различия между двумя группами. Все они страдали от одной и той же закваски. Другими словами, в конце концов, обе группы, даже несмотря на то, что они были столь диаметрально противоположны друг другу и настолько далеки друг от друга по каждому вопросу жизни, на самом деле страдали от одного и того же общего фактора. И это доказывалось тем фактором, что они могли собраться вместе и прийти к согласию на одном — убить своего Мессию. И я хочу, чтобы мы подумали о последствиях того, что сегодня в нашем мире мы можем увидеть фракции, которые использует сатана, обе фракции, для одного конечного результата. Пытается ли сделать это нашей собственной церкви? Видим ли мы это? И мы видим, что иногда это происходит. Вот высказывание из книги «Желания веков», которое как бы подводит к этому. Здесь говорится, эти две секты были непримиримыми врагами. Саддукеи пытались завоевать благосклонность римской власти, чтобы утвердить свое положение и влияние. Фарисеи, напротив, поощряли ненависть народа к римлянам, ожидая часа, когда будет свергнуто иго завоевателей.
Но теперь фарисеи и саддукеи объединились против Христа. Итак, вы заметили, что эти две группы имели разные взгляды на правительство, но в конце концов они присоединились к правительству, чтобы преследовать Христа и его последователей. И еще раз, я бы просто сказал, я не знаю, как все эти точки могут быть применимы к нам сегодня или к тому, что происходит в нашей стране или в мире сегодня, но я верю, что изучая прошлое и настоящее, мы можем увидеть сходство. Сатана часто использует противоположные фракции, чтобы получить результаты, над которыми он работает. И для нас возникает искушение смотреть только одним глазом. Я говорю о себе. О, да, воскресные законы, которые действуют только через религиозное право. Это все, на что мне нужно обращать внимание. Но возможно ли, что сатана также действует через другие группы, чтобы разрушить эту страну? Подготовить маятник, который качнется взад и вперед. И мы увидим это завтра утром на субботней школе. Спустя некоторое время после того, как Иисус был распят, Он вознесся на небеса, и Его последователи начали распространять Евангелие по всему миру. В языческом Риме, к которому какое-то время даже присоединился еврейский народ, еврейские лидеры продолжали преследовать христиан. И книга «Великая борьба» говорит о том, что главным агентом сатаны, ведущим войну против Христа и его народа в первые века христианской эры, была Римская империя, в которой язычество было преобладающей религией. Итак, сатана действует через религию, не религию, которую мы считаем нормальной, мы считаем религией, но язычество было религией, это религия, и сатана использовал ее для преследования последователей Христа. Языческий Рим сошел со сцены, когда Рим распался на 10 частей, и папский Рим занял его место. Прекратились ли гонения? На самом деле они продолжались, если не больше. И, кстати, я хотел бы упомянуть, потому что есть нечто в том, что я представляю сегодня вечером. И завтра некоторые из пионеров, мы прочитаем, что они говорят о папстве. Я хочу внести ясность. Я не говорю об отдельных христианах, которые ищут Господа. Я говорю о системе. И Библия очень ясно указывает на то, что это преследующая сила. И я думаю, что нам нужно очень ясно помнить об этом даже сегодня, когда я думаю, что мы как нация часто забываем, почему люди вообще приехали в эту страну. Знамение времени. Опять же, обратите внимание на эту связь. Через язычество, а затем через папство, сатана на протяжении многих веков применял свою власть, стремясь стереть с лица земли верных свидетелей Бога. Язычники и папы были движимы одним и тем же духом дракона. Они отличались только тем, что папство, претендующее на служение Богу, было более опасным и жестоким врагом. И я слышала, как люди оценивают, что около 50 миллионов человек, как вы знаете, умерли на кострах и в других мучительных событиях в те темные времена. Но опять же, суть принципа. Я предполагаю, сатана использует не только один способ протолкнуть свои планы на этой земле. И он всегда это делал. И это часто проявляется в том, что мы можем считать фракциями или крайностями, но сатана работает и с тем, и с другим. И опять книга «Великая борьба». Эллен Уайт делает это интересное сравнение. Она говорит, существует поразительное сходство между римской церковью, папством, и иудейской церковью во времена первого пришествия Христа. Она не говорит об этом конкретно, но я верю, что это учитывает тот факт, что еврейская нация была разделена на крайне левых и правых фарисеев, саддукеев и так далее.
И я верю, что это также подпадает под то, что папство принимает во внимание обе крайности. И фактически еврейская нация была расколота крайне левыми и правыми фарисеями, саддукеями и так далее. Фактически всего 4 страницы спустя Эллен Уайт, обращаясь к протестантам, делает это утверждение. Молитвенное изучение Библии покажет протестантам истинный характер папства и заставит их ненавидеть и избегать его. Папство хорошо приспособлено к удовлетворению потребностей всех этих людей. Оно подготовлено к двум классам человечества, охватывающим почти весь мир. А затем обратите внимание на две крайности. Кто хочет спастись своими заслугами и те, кто хочет спастись в своих грехах. Вот в чем тайна его власти. Другими словами, вы можете быть фарисеями или саддукеями, и вас принимают с этой концепцией в вашем опыте, в этой огромной религиозной структуре, которая имеет такую большую власть в этом мире. Я вернусь к этому немного позже. Но обратите внимание, в последней строке описан секрет этой власти, охватившей почти весь мир. Принцип номер 3. Я упомянул об этом немного раньше. Осознав, что свобода совести — это не просто религиозная свобода с узким определением вопросом воскресного закона где-то в будущем, свобода совести гораздо шире. И даже религиозная свобода касается гораздо большего. Свобода в совести включает в себя гражданские свободы, которые наши предки признавали, о которых говорили и писали в ревью, озабоченность свободой слова и свободой других гражданских сфер, а не только некоторых вопросов воскресного законодательства. Вот утверждение, которое, я думаю, суммирует это. Оно взято из знамения времени. Те, кто первыми нашли убежище на берегах Америки, радовались тому, что они достигли страны, свободной от высокомерных претензий папства и тирании королевского правления. К полной решимости создать правительство на широкой основе гражданской религиозной свободы. И я был удивлен, как часто об этом говорят наши пионеры. Моя жена и я читали, я никогда не видел этого, в книге «Патриархи и пророки», когда дети Израиля попросили царя, Самуил стремился защитить их от тирании, исходящей от царского правления и ограничивающей их гражданские свободы. Это книги «Патриархи и пророки». И почему-то я никогда даже в истории евреев не видел этого. Но этот принцип записан в духе пророчества. Вот еще одно утверждение книги «Великая борьба». Республиканство и протестантизм. И, кстати, я остановлюсь на этом. Республиканство. Здесь не идет речь о республиканской партии, а речь идет о республике, о представительстве народа. А протестантизм, здесь не идет речь только о религиозной группе. Здесь говорится о принципах религиозной свободы. Республиканство и протестантизм стали фундаментальными принципами этого народа, в которых и заключается тайна его мощи и процветания. Всего несколько минут назад мы прочитали заявление о тайне папской власти. Секрет могущества и процветания Америки основывался на принципе свободы совести. Угнетенные и попранные во всем христианском мире с интересом и надеждой обратили свой взор к этой стране. Миллионы устремились к ее берегам, и Соединенные Штаты заняли место среди могущественных государств Земли. Я думаю, как адвентисты или как христиане, мы осознаем, что Бог создал эту страну с определенной целью. Мы действительно понимаем, что движение в истории и то, что Бог воскресил Соединенные Штаты в нужное время,
чтобы последнее послание могло дойти до мира, весть трех ангелов могло дойти до мира на основе свободы, которая действовала в Соединенных Штатах в то самое время. Вот что некоторые из пионеров говорили об этом в некоторых своих трудах. Это Лавборо. Он сказал, где найти правительство, больше похожего на акция? Это ссылка на Откровение, 13 глава. По его внешнему виду, это наша нация, наша собственная нация с ее республиканцами и протестантами. И опять же, он говорит не о политической партии, а о принципах, которые мы называем это Агнец с двумя рогами. Протестантизм — это церковная власть, а другой рог — это республиканская или гражданская власть. Вот Урия Смит, та же тема. Один из тех двоих, который имел рога, подобные Акчим, может, следовательно, представлять великие принципы гражданской свободы в этом правительстве, а другой — столь же великий принцип религиозной свободы, который люди так высоко ценят и к которому так искренне стремятся. Вы знаете, американец, выросший в Соединенных Штатах и никогда не живший при каком-либо коммунистическом правлении, для многих в этой стране мы забыли, что на самом деле означает свобода и насколько она драгоценна. И, может быть, вы кого-то знаете, или у них есть родственники, те, кто выросли при другом режиме, знают, что на самом деле значит приехать в эту страну, где они могут ощутить свободу. Вот что сказала Эллен Уайт по этой теме. Она сказала, мы заняты важной, существенной работой. Мы должны вести агрессивную войну. Мы должны отстаивать истинные протестантские принципы. А затем обратите внимание, что она говорит. Потому что политика папства подорвет их путь во все возможные места, чтобы предписать или закрепить свободу совести, а также контекст и то, о чем она говорит. Опять же, это не узкое определение воскресных вопросов. Свобода совести применяется очень широко. И она говорит, что свободы могут быть отняты. И мы даже не признаем этого, если рассматриваем воскресные законы только как единственное осуществление потери нашей свободы. На самом деле, я бы сказал вам, что это происходит повсюду, уже вокруг нас. Даже в то самое время, когда мы сейчас говорим, мы не на 100% осведомлены о том, что происходит в медицинской сфере. Мы теряем свободу науки и свободу слова. Если вы выступаете против распространенного нарратива, вы можете потерять работу просто за то, что вы говорите. И предполагайте, так было с проблемой эволюции и творения. Если вы хотите публиковать статью, которая, как вы знаете, поддерживает творение, вы можете разместить это в каком-нибудь другом, любом журнале, потому что в этой стране существует культура отмены. Опять же, я говорю, некоторые из этих вещей происходят, и мы привыкаем к ним и забываем, что многие из этих свобод, не связанных с воскресными законами, должны быть защищены Конституцией. В это же самое время в Америке произошло второе Великое Пробуждение. Великое Первое Пробуждение произошло в начале 1700-х годов. И вы, наверное, знаете, Уэсли. Началось на второе Пробуждение. И опять же, я верю, что за этим стоял Бог, потому что в конце 1700-х годов Америка только начинала подниматься. И ближе к концу этого второго Великого Пробуждения, в котором участвовала как Европа, так и Соединенные Штаты, началось великое движение Второго пришествия. Именно здесь обсуждается появление адвентизма. Не только сегодня вечером, но и до конца выходных мы будем обсуждать эту тему. Бог использовал не только Уильяма Миллера, но и многих других в этой стране, а также во всем мире, чтобы начать провозглашать послание «Иисус скоро придет». «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Обратите внимание на это утверждение Лавборо. Он говорит, старейшина Уильям Миллер имел имена и адреса 3000 служителей
в разных частях земного шара, которые провозглашали первые послания ангела. Большая часть были в Северной Америке и Великобритании. Я даже понятия не имел, сколько их есть. Я знаю, что их было несколько, но у Уильяма Мира были адреса 3000 других служителей. И так я думаю, что Бог поднял это, чтобы провозгласить эту весть. И я говорю вам, что это дает мне надежду. И это было во времена, когда еще не было интернета. Кстати, Бог даже без того, чтобы они когда-либо общались друг с другом, эти люди, они все провозглашали одно и то же послание. И я верю, что Господь может сделать то же еще раз. Но летом 1846 года произошло кое-что. Сначала церкви в Америке также очень поддерживали эту весть по всему миру. Об этом послании они, может быть, и не провозглашали его, но, по крайней мере, поддерживали его. Но летом 1844 года началась возникать оппозиция, поскольку служители, религиозные лидеры решили отказаться от доктрины адвентизма и пожелали подавить всякую агитацию по этому поводу. Они не только выступали против него с кафедры, но они отказали своим членам привилегии присутствовать на проповедях о втором пришествии или даже говорить о втором пришествии. А затем они надеялись на общественные собрания церкви. А затем, обратите внимание, летом 44-го года около 50 тысяч отошли от церквей. Чуть позже вы поймете, о чем я говорю. Но летом 1844 года произошли перемены. Некоторые не ушли просто так. Они ушли, потому что не было свободы говорить о втором пришествии. И поэтому они изгнали из своей церкви Эллен Уайт и всю ее семью. В то время она была Эллен Харман, когда всю ее семью выгнали из методистской церкви за то, что она верила и говорила о втором пришествии Христа. Вот что об этом говорит Эндрюс, позже оглядываясь назад, в 1851 год, оглядываясь на лето 1944 года, он говорит: «Почему ни за какие другие преступления, кроме ожидания пришествия Христа, людей не изгоняют из церквей, кроме тех, кто заявляет о его, тех, кто заявляет, что любит его явление? На эти многие другие вопросы подобного характера мы можем ответить лишь тем, что Агнец является таковым лишь в претензиях на то, что он по характеру дракон». Мне кажется интересным, что Эндрюс на самом деле применяет это почти в корпоративном смысле к Соединенным Штатам, говоря об акции из Откровения 13 глава, который говорит как дракон. Потому что летом 1844 года они выгнали своих членов из своих церквей. Пункт, который я хочу внести как четвертый, принципиальный, это принцип номер 4. Фундамент того, что мы собираемся рассмотреть на этих выходных. В церквях произошел моральный упадок, который привел к более глубокому моральному упадку в стране, которая превратилась в фракции, что привело к тому, что произошло в 1880-х годах. Вот как описала Эллен Уайт это событие. Она говорит об этом времени, говоря о 1864 году, когда в большинстве церквей по всей территории Соединенных Штатов произошли заметные изменения. В течение многих лет наблюдалось постепенное, но неуклонное возрастание соответствия мирским обычаям и традициям и соответствующий упадок в реальной духовной жизни. Итак, это было не только летом 1844 года. По мере того, как церкви протестантской Америки начали становиться все более похожими на мир, забывая, какова была их цель, произошел моральный упадок. Но в 1844 году он был еще больше. Появились свидетельства внезапного упадка, и был отмечен упадок почти во всех церквях страны. Хотя никто, казалось, не мог указать причину, сам факт был широко отмечен и прокомментирован как в прессе, так и с кафедры. Это интересно, потому что около года назад, когда я начал изучать свободу и все эти проблемы, происходящие в середине 1800-х годов, я начал видеть это в светской прессе того времени. И даже у пионеров. Некоторые пионеры пишут, что в стране произошел необъяснимый моральный упадок.
И поэтому я пытался понять это и просматривал разные статьи об этом моральном падении. И затем всего пару месяцев назад мы с женой читаем «Великую борьбу», и мы переходим к 22 главе. Она, кажется, имеет название «Отклоненное предупреждение». Говоря о лете 1844 года, Элена Уайт описывает именно то, что моральное падение было признано, но никто, казалось, не указал на то, что стало причиной этого. Тем не менее, в главе ясно указывается, что это стало результатом отклонения предупреждения, данного в 1844 году. Она продолжает. «Отказавшись от предупреждения первого ангела, они отвергли средства, которые небеса предоставили для них, чтобы восстановиться, и отвергли милостивого посланника, который исправил бы зло, отделившее их от Бога. И с большей серьезностью они обратились за дружбой мира. Здесь была причина того страшного состояния мирского отступления в духовную смерть, которая существовала в церквях 1844 года». Там ясно определено то, что произошло в этой стране. Отвержение в 1844 году привело к духовному упадку церквей. И последствия этого, очевидно, что распространились и на общество. Итак, вы видите, что это можно использовать с двух сторон. Если церковь становится похожей на мир, церковь приходит в упадок. А когда церковь приходит в упадок, ей нечего предложить миру в качестве лекарства от проблемы греха, и мир приходит в упадок еще больше. И мы увидим это еще больше завтра, когда посмотрим на результаты всего этого. Вот лишь пример одного из тех событий, которые, как я искал, когда я искал, нашел, происходили в 1840-50-х годах и привели к событиям 60-х, 70-х и 80-х годов. Вот статья, на самом деле, это магистерская диссертация, написана кем-то в 2012 году и рассказывающая о злой Калифорнии 1840-60-х годов. Я бы не рекомендовал это для чтения, кроме, возможно, для исследования, потому что оно довольно подробное. Я даже понятия не имел. Я имею в виду разврат, который творился в этой стране. На самом деле, здесь есть даже история, которую она рассказывает. Калифорнии. Там был молодой человек, который хотел пойти на развлекательное мероприятие в воскресенье вечером. Там в городе был бык и медведь, которые дрались насмерть. Было много азартных игр, бар, где подавали напитки и все такое. И обычно такое заведение было пристроено к борделю. Ну и получалась вся такая общая картина, которая очень распространена в наши дни в некоторых местах страны. Этот молодой человек чувствовал некоторые угрызения совести, поэтому он подумал, хорошо, прежде чем я пойду сегодня вечером на развлекательные мероприятия, я пойду в церковь, приму участие в мессе, ну, получу благословение, очищу свою совесть, и затем пойду на развлекательные мероприятия сегодня вечером. Он так и сделал. И отправившись на это развлечение в тот вечер, он встретил никого иного, как вы думаете, того самого священника, у которого... Он принимал мессу ранее в тот же день, который участвовал в тех самых событиях того вечера. И он говорит, что явно озадачен этим. Это было странно. Метаморфоза, которую он претерпел с утра, прошло всего 4 часа с тех пор, как я видел, как он служил. И я говорю вам, что я думаю, что в мире возникает большой ужас, когда они видят, что церковь не поднимается туда, где она должна быть. Когда как церковь, какой бы церковью она ни была, участвует в тех самых грехах, которые мы могли бы осудить в мире. Обратите внимание, что говорит Урия Смит. Когда он говорит об ухудшении морального состояния в Америке. И снова мы говорили о том, что в 1844 год произошел в значительной степени упадок в церквях, и это начало влиять на всю страну. Вот что говорит Урия Смит в своей книге «Чудо наций», которую я бы порекомендовал переиздать.
Была написана эта книга первоначально в 1876 году. Уилья Смит говорит, что народ Соединенных Штатов не все святые. Масса, несмотря на весь наш евангельский свет и евангельские привилегии, все еще в состоянии, чтобы сатана внезапно воспламенил их сердца импульсами. Эта нация, как мы видели, должна существовать до пришествия Христа. И Библия очень полно описывает моральное состояние людей в последние дни, которые непосредственно предшествуют этому событию. Нечестие должно процветать, а любовь многих охладеть. Затем Уилья Смит, цитируя, наверное, дюжину текстов, описывающих моральное состояние людей в то время. И затем он говорит, уже существуют элементы, которые создают пышную почву для обильного урожая будущего зла. Другими словами, он видит, что уже в Америке происходили вещи, которые вот должны были излиться на нашу страну. Наша нация так быстро выросла в своем мире, что она стоит сегодня как самая богатая нация. Богатство ведет к роскоши, роскошь к коррупции, а коррупция к разрушению всех моральных барьеров. И тогда открывается путь худшим страстям и господству худших принципов. И затем открывается путь худшей страсти к властвованию. А затем он заканчивает словами, которые меня шокировали. Он говорит, добавок к этому у нас есть спиритизм, неверность, социализм, свободная любовь, профсоюзы и труд против капиталистического коммунизма. Все это идиотизм, распространяющий свои принципы среди масс. И это те самые принципы, которые действовали среди людей, как возбуждающие дело незадолго до ужасной французской революции 1780-х годов. Одно и то же все время, и подобные причины обязательно произведут подобные эффекты. Французская революция. Хотелось бы, чтобы у нас было время углубиться в нее, но, как вы понимаете, это были две крайние фракции. Гуманизм восстал против преследование религиозной стороны, и из этого возникла французская революция. И Уилья Смит говорит, что мы видим то же самое, что происходит в Соединенных Штатах в 1800-х годах. И есть эти две крайности, включая социализм, профсоюзы и коммунизм, распространяющие свои принципы. И я бы спросил, видим ли мы что-нибудь из этого, происходящее сегодня в Соединенных Штатах? Действуют ли какие-либо подобные силы прямо сейчас в Соединенных Штатах? И я бы сказал, да, эти силы активно действуют сегодня. И опять же, если вернуться назад, если мы будем искать там только воскресные законы в будущем с одной стороны, с другой стороны, мы упустим тот факт, что сатана активно работает, закладывая фундамент под другим углом. Просто ждем, пока качнется маятник. Это произошло еще в 1800-х годах, и по ходу дела, особенно завтра утром, мы увидим это. И вся цель прохождения через это состоит в том, чтобы показать, что то, что должно произойти с нами сегодня, уже происходило раньше. Был ли адвентизм готов тогда, в 1888 году? Когда Бог принес лекарства, как религиозную свободу, так и праведность по вере. Лекарства для церкви Лаодикии с целью донести это послание до мира. Были ли мы готовы? Вот Джеймс Уайт, говорящий на ту же самую тему. Он говорит в различных формах, особенно упоминая спиритизм, который распространился по христианскому миру с пугающей быстротой, в то время как темная история преступности чернеет. Мы знаем, что спиритизм начался, по крайней мере, официально еще в 1840-х годах. А где он сегодня? Он везде распространился. Голливуд пропитан этим во многих отношениях.
А теперь подумайте об этом. Я хочу коснуться этого немного подробнее завтра, но подумайте о моральном упадке 1850-х годов в этой стране. В 1852 году Эллен Уайт впервые говорит о надвигающемся ладикийском состоянии среди верующих в адвентизме. И это дает мне немного лучшее понимание того, что происходило в стране в то время, когда я осознаю, что как церковь, если мы не будем осторожны, мир вокруг нас определенно может повлиять на наше духовное состояние. И вот что она говорит. 1852 год. Она говорит, многие из тех, кто заявляет, что ждут скорого пришествия Христа, сообразуются с этим миром и более серьезно ищут аплодисментов окружающих, чем ободрения Бога. Они народ Божий, но они холодны и формальны, как номинальная церковь, от которой они отделились совсем недавно. Слова, адресованные Ладокийской церкви, прекрасно описывают нынешнее состояние. Итак, в 1852 году Эллен Уайт впервые, вместо того, чтобы применить это последнее послание к номинальным церквям, вы начинаете видеть, что оно относится к нам, как к народу. 1852 год. Это была не только Эллен Уайт. Это были другие, Джеймс Уайт и другие. Начиная с 1852 года начали печатать статьи в журнале. Но опять же, я пытаюсь подчеркнуть, что по мере того, как мир приходит в упадок, он имеет все большую силу, искушая нас в нашей духовной жизни тоже идти на спад. Когда церковь приходит в упадок морально, и в результате мир приходит в упадок и продолжает влиять друг на друга, это повлияет на другие области страны, включая политику. И я бы сказала, что так и будет. Принцип номер 5, о котором я говорю сегодня вечером, коррупция существует в обеих или во всех политических партиях. Это не просто одна сторона, которую сатана может использовать для продвижения своих планов. Я нахожу это повсюду. В трудах пионеров, я думаю, что они очень четко выразили это. Политическая коррупция, говорит Уриа Смит, почва для более глубокого греха. Она пронизывает все партии. Посмотрите на эти нечестивые средства, использованные для получения должности, взяточничество, обман, вброс бюллетней. Я не думаю, что в этом есть что-то новое. Политика не изменилась и сегодня. И причина, по которой я поднимаю этот вопрос, я чувствую, что сегодня у нас снова возникает искушение встать на сторону какой-то политической партии. И не осознавать, что сатана использует и то, и другое, чтобы подталкивать друг друга все дальше и дальше, точно так же, как он поступал с фарисеями и саддукеями, чтобы в конце концов он мог осуществить свой замысел. Вот что сказал Кортел. «Я не могу голосовать за плохого человека, потому что это противоречит моим принципам, и в нынешнем коррумпированном и развращающем состоянии политики я не могу желать поднять хорошего человека на должность, потому что это погубит его. Я хочу прояснить. У меня нет времени вдаваться в подробности, но пионеры, да, они голосовали за определенные проблемы и за конкретную партию по какому-либо вопросу, но я думаю, что они были очень осторожны, чтобы не ввязываться в политическую дискуссию. Они не думали, что партия может решить все проблемы страны. И именно поэтому Эллен Уайт говорит в нескольких местах, она говорит, что существует опасность, определенная опасность для всех, кто присоединяется к политической партии. Нет никаких партий мира, а мошенничество с обеих сторон. Бог не возложил никого из наших людей бремя объединения с какой-либо партией. Мы находимся под знаменем Христа, и каждый, кто называется именем Христа, должен отступить от нечестия. Она говорит, вот еще одно место. Но какой дух овладеет нашим народом, когда те, кто верит, что мы сейчас находимся под властью третьего ангела, передают последнее послание милости миру, братьям по той же вере, появляются со значками противостоящих политических партий, провозглашающих противоположные настроения и заявляют о своих разделенных мнениях. Вот в чем суть. Дело не в том, что не существует реальных проблем, и в этих вопросах есть что-то правильное и неправильное,
А то, что политическая партия не собирается решать то, что происходит в этой стране или в мире. И нам надо гораздо более высокое призвание. Это призвание поделиться последней вестью милости этому гибнущему миру. Вот что я хочу прояснить здесь в следующей статье Ури Смита. Это не означает, что церковь была нейтральной, когда дело касалось определенных вопросов, о которых они могли бы говорить. И я нахожу это в ревью, где Урия Смит рассматривал проблемы, которые они заявили о нейтралитете по отношению к любой политической партии. Он говорит, когда мы заявляем о своем нейтралитете в политике и отказываемся принимать участие в столь захватывающем соревновании, как то, которое сейчас волнует эту нацию, мы правильно излагаем принципы, на которых мы стоим, и причину нашего курса. Он пишет это в 1856 году и говорит о проблеме, которая привела к развязанию гражданской войны. Преемственность государства, желающих отделиться и связанных с этим всех проблем и рабства. Итак, Урия Смит говорит, да, даже несмотря на то, что мы нейтральны в политике, я собираюсь дать объяснение нашей позиции по этим вопросам. И я думаю, что это урок для нас. Затем он говорит, неправедное дело приграничных земель и демагогов, выступающих за рабство, поддерживаемых современными демократами в целом, должно вызвать определенные чувства в груди тех, кто формально активно участвовал в этой борьбе. Хотя теперь они чувствуют себя вынужденными ограничиться вопросом первостепенной важности для этого века мира. Другими словами, мы, адвентисты, которые были частью аболиционистских групп, они по-прежнему были против рабства. Но теперь их миссией было провозглашать весть о пришествии не в политической группе аболиционистов, которая даже не обязательно была христианской по своей природе. Вот о чем говорит Урия Смит. И мы чувствуем свой долг ограничить наши усилия подготовкой наших подготовка себя, номер один, и других, насколько это в наших силах, к великому и окончательному вопросу, уже надвигающемуся на нас, откровению Сына Человеческого с небес. Другими словами, разрушение всех земных правительств и установление славного, вселенского и вечного царства. И, кстати, лишь верхушка айсберга статей, с которыми я столкнулся, где адвентистские пионеры говорят о проблемах, но держаться в стороне от того, чтобы быть вовлеченными в политические проблемы дня, политические партии, и говорить о проблемах. Давайте проясним это. Мы выступаем за моральные и хорошие принципы. И мы выступаем против аморальных принципов. Но мы не присоединяемся никакой из партий, чтобы попытаться доказать это. Принцип номер 6, о котором хочу говорить сегодня вечером, опять же, это идея о том, что свобода совести намного шире, чем просто религиозная свобода и воскресные законы. Она затрагивает множество других вопросов, включая свободу слова. И вы найдете статьи, разбросанные в ревью. Это эпоха 1850-х-60-х годов. Другими словами, говоря о свободе слова, они не были политически вовлечены в политическое участие, чтобы вставать и сказать, что то, что правительство сейчас делает, неправильно, а в соответствии с нашей Конституцией оно говорит как дракон. Джордж Вашингтон, если свободу слова отнимают, немые и молчаливые могут повести нас, как спящих овец, на бойню. Вот статья в ревью, которая на самом деле цитирует другой журнал, где говорится о свободе слова. В последний четверг в округе Принц Уильямс, штат Вирджиния, Джон Андервуд был признан виновным в уведомлении, в котором говорилось и утверждалось, что, обратите внимание, владельцы не имеют права собственности на своих рабов. Таким образом, даже выступление в Вирджинии в то время против рабства было достаточно, чтобы получить штраф. Никакой свободы даже выражать обеспокоенность или несогласие
чего никогда не должно было быть. И мой вопрос заключается в том, что происходит сегодня, когда люди не могут говорить, не теряя их работы в некоторых случаях. Получив какие-то карательные обвинения против них. Вот Лавбора, опять же, по вопросу свободы, он говорит, произошло безумное наступление друзей рабства, проводящих фальшивые выборы, выбирающих чудовищный законодательный орган, который формирует для себя конституцию, которая объявляет уведомление о смерти человека, который вывозит раба с территории. 5 лет тюремного заключения человеку, который сообщает рабу информацию, которая заставляет его покинуть Канзас. Это все происходит в штате Канзас. И 2 года тюремного заключения человеку, который просто выражает в Канзасе свое мнение о том, что держать рабов – это неправильно. Итак, еще раз. В ревью здесь очень много примеров, когда пионеры не только выступали по вопросу рабства, но и наша церковь выступала против этого посягательства на свободу слова. Вот статья в ревью, о которой, собственно, идет речь. Гарибальди, который был итальянцем, пытавшимся объединить Италию, а также вывести ее из папского контроля. И в ревью была напечатана эта статья. И в ней говорится, преуспеет ли Гарибальди или потерпит неудачу в его попытке свободно передвигаться и присоединиться к королевству Италии. Не может не привлечь внимание немых христиан к нынешнему состоянию папских государств. А затем обратите внимание на весь список, который он приводит. И форма, и дух правления там деспотичны. У него нет либеральных черт. Свобода слова, свобода печати, свободные школы, свободные кафедры, свобода вероисповедания, свобода действий, свобода торговли. Такое там совершенно неизвестно в территориальных владениях папы. Власть священства не ограничена. Люди не имеют никаких прав, которые церковь обязана уважать. Все народные выборы не были введены, а законы о гарантиях личной свободы не предусматриваются. Налоги, взимаемые без согласия и совета людей. Итак, как я уже упоминал ранее, вот статья в ревью, в которой, опять же, говорится о других проблемах свободы и даже о других странах, где люди не пользуются этими свободами. И они занимают позицию, которая указывает на то, что на эти свободы посягают даже в стране в 1850-60-х годах. И у меня снова вопрос. Происходит ли сегодня в мире или в нашей стране что-то подобное о том, о чем мы говорили? Потому что мы сосредоточены только на одном. И поэтому не даем голоса реальным, не даем голоса преследования в некоторых других ситуациях, потому что мы сосредоточены только на одном. С одной стороны, мой вопрос заключается в том, что если мы не будем говорить сейчас, то какая у нас будет гарантия, что мы будем говорить потом? В какой момент мы будем говорить не так, как нужно? И я не говорю о том, чтобы начать двигаться или что-то в этом роде. Я просто говорю о том, заняли ли мы свою позицию, пишем ли мы об этих вещах, предупреждаем ли мы нашу церковь, чтобы она осознала, что происходит вокруг нас. Это только правая сторона, политический путь, который приведет к преследованиям. Или наша страна также разрушается действиями левых. Это создание проблем, которые все еще возникают, поэтому... Последнее, о чем я хочу упомянуть сегодня вечером, всего лишь пара слов, о которых я не упомянул раньше, и это то, что моя идея, опять же, Откровение 13 глава, заключается в том, что Соединенные Штаты были зверем, похожим на Агнца, и когда-нибудь в будущем, когда они примут воскресный закон, они будут говорить как дракон. Если я еще раз прочитаю статьи пионеров, что говорит как дракон, применимо не только к вопросу о воскресном законе, это применимо и ко многим другим вопросам, включая снова проблему рабства в то время. Это то, что говорила Эллен Уайт в 4-м томе
духа пророчества, она говорит, что двурогий зверь появляется в две фазы – кротость ангца и свирепость дракона. В некоторой степени это уже было показано в непоследовательности распространения в мире доктрины равенства всех людей в отношении естественных прав, права на свободу жизни и стремления к счастью. Она говорит о Конституции, и тем не менее поддерживает по закону все пороки американского рабства. Вот еще одна статья. Нас обвинили в том, что мы неправильно цитируем этот закон, говоря о законе о беглых рабах. Мы приложили все усилия, чтобы раздобыть закон и скопировать ту часть, которую мы используем, чтобы показать голос дракона из пасти дракона, двурогого зверя, показывая, как это заставляет всех нас, ловцов рабов, подвергать штрафу в размере $1000 или 6 месяцам тюремного заключения. Опять же, Агнец говорит как дракон во многих сферах, не только в вопросах воскресных законов. Когда я работал в больнице, однажды мне довелось зайти на медицинский сайт, и занимающий руководящую должность в этой стране, и на этом сайте он дал вам номер, по которому могли бы позвонить, если вы услышите, как кто-то другой негативно называется об обсуждаемой теме. Это Соединенные Штаты. Они просто сдадут своего соседа, если он не согласен с этой конкретной повесткой дня. Итак, что я говорю? Соединенные Штаты, они уже иногда уже говорят как дракон в некоторых действиях и некоторых вещах, которые происходят. Вот Лавбора. Это последние 1 или 2 слайда. Это правительство, похожее на акция, которую мы показываем, говорит как дракон во многих отношениях, а не в одном. Вместо того, чтобы выполнять свою функцию как акция, он говорит как дракон. Да, тот самый национальный исполнительный орган, который имеет перед собой эту декларацию независимости и заявляет, что выполняет его принципы, может принять законы, по которым 3 500 000 рабов могут быть удержаны в рабстве. Он говорит как дракон. Это было тогда, и это будет сегодня. Последний слайд здесь. Америка была надеждой земли благодаря правильным принципам протестантизма и республиканства. И опять же, речь идет не о партии. Но в этот последний час земной истории Америка оставила эти великие принципы. Протестантизм подражал католицизму, а республиканство растворялось в деспотичный тоталитаризм. Арабское меньшинство и адвентистское меньшинство свидетельствовали об этом. Автор этой книги резюмировал такую эпоху в Америке. Итак, сегодня вечером я снова рассмотрел 7 принципов своего рода, фундамент, на котором хочу построить эти выходные, а завтра я хочу начать более конкретно с нашей истории адвентизма и того, как некоторые из этих принципов, о которых мы говорили, на самом деле проявляются в этой истории. Мы поговорим завтра утром, будет больше истории, мы поговорим о том, как этот моральный упадок и проблемы, возникшие сразу после 1844 года, встроены в движение 60-х, 70-х, 80-х годов, которые установили этап на 1888 год и национальные воскресные законы, представленные Конгрессу. Что касается церковного служения, я хочу поговорить о том, как Бог готовил нас как народ к тому самому времени с вестью о праведности по вере. Много историй для церковного служения. Во второй половине дня я хочу поговорить о конференции в Миннеаполисе, на которой религиозная свобода и праведность по вере соединились с Божьей целью излить поздний дождь на народ, чтобы подготовить народ к церковному служению. И затем я хочу говорить о людях, которые
готовились, чтобы нести это послание миру, а затем в 3 часа я хочу поговорить о том, когда и как это послание свободы пришло в Battle Creek, о первоначальной реакции, а затем оно закончилось пробуждением. Кстати, это благая весть. Я хочу поговорить о некоторых пробуждениях, которые произошли в этой стране, но затем о некоторых препятствиях. Конечно, в итоге вопрос в том, почему мы все еще здесь и что мы можем сделать, чтобы подготовиться к тому, чтобы этого не произошло. Поскольку сегодня мы проходим через подобные вещи. Какие уроки мы можем извлечь из нашего прошлого, прошлого нашей страны и прошлого наших церквей? Поскольку хочу сказать, что нам нечего бояться за будущее, если мы не забудем прошлое. Итак, давайте встанем и закончим. Отец, я знаю, что мы прошли через множество цитат и историй, собранных воедино, но я молюсь, чтобы Господь, Твой Святой Дух, сказал нам, когда мы думаем о принципах свободы и даже о движениях в этой стране, много лет назад мы не осознаем кое-что, но некоторые из этих вещей снова происходят сегодня. Господи, у Тебя есть план для нас. Ты хочешь использовать нас, но хочешь научить нас истории прошлого. Господь, я молюсь, чтобы Ты был с каждым здесь, с каждым, кто смотрит. Господь, чтобы Ты выполнил свое обетование в первую очередь в нашей собственной жизни, а затем, чтобы Ты, Господь, использовал нас, чтобы мы были благословением для наших соседей, коллег и друзей, чтобы изменить ситуацию на этой земле. Господи, чтобы подготовиться к Твоему скорому пришествию, мы благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса. Аминь.